Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня у нас на обзоре новая и одновременно старая машинка Moser Genio. Машинка с этим названием выпускается уже довольно давно, но сейчас Moser ее очень приятно обновила, при этом никак не изменив название, поэтому магазины выкручиваются кто как может. Пишут там Genio New, Genio Brown и так далее. Brown, подчеркиваю основное отличие, раньше была такого странно-зелененького цвета, как у примата. Машинка эта сейчас, она стала коричневого цвета, цвет довольно приятный. Хорошо, давайте посмотрим на упаковку снаружи, посмотрим, что внутри. Упаковка, в общем-то, стандартная для Moser. На торцах основные характеристики перечислены у нас. Перечислена на задней поверхности комплектация, да, изображено все, что входит в комплект. И на нескольких языках основные наиболее интересные характеристики. Хорошо, давайте заглянем внутрь. Что же у нас лежит внутри? Внутри, конечно же, у нас лежит инструкция. Не забывайте ее прочитать, потому что некоторые вопросы сразу у вас отпадут. Гарантийник. Лежит, кстати, вот такая вот замечательная бумажка, которая называется сертификат. Вот эта бумажка должна нас убедить в том, что это действительно оригинал, а не подделка. Хотя, как она убедит при таком качестве, непонятно. Ладно, бог с ним. Давайте посмотрим, что же вообще у нас лежит в коробке. Лежит у нас, само собой, машинка. Лежит у нас набор насадок из целых двух штук. Лежит у нас кисточка для чистки ножа, масло и зарядное устройство. Как видите, здесь нет в комплекте у нас зарядной подставки, которая обычно идет профессиональным машинкам Moser, но невелика беда. Хорошо, давайте посмотрим все-таки, а что есть. Есть у нас насадки. Насадки эти двухсторонние. То есть вот эта вот насадка, это насадка сразу же на 3 мм и на 6 мм. Вставляем сначала машинку ножом сюда и потом защелкиваем насадку. Требует это, конечно же, некоторой сноровки. Не всегда с первого раза у меня получается. Но, в принципе, общался я с людьми, которыми пользуются такими машинками вот Genio старого образца еще. Они говорят, все вполне удобно. И хорошо, что насадки не валяются целой кучей на тележке. Их всего две, но зато все размеры ходовые, которые требуются, 3, 6, 9, 12 мм, они присутствуют. Большие размеры, как правило, никто и не использует, поскольку с большими размерами машинка сильно будет полосить. Форма насадки такая немножко скругленная, для Moser немножко непривычная. Насадки, которые у них односторонние идут ко всем остальным профессиональным машинкам, они немножко другой имеют профиль, немножко другое движение предполагают. Но это тоже сугубо дело привычки. Зарядная стандартная, точно такое же, как у всех остальных машинок Moser. Это адаптер 6000. Главный минус этого адаптера — это то, что когда мы работаем много от провода, провод в этом месте у нас перегибается. И, собственно, приходится выкидывать адаптер. Адаптер не дешевый и нет никакой китайской альтернативы. Ему приходится брать именно оригинальный. Хорошо, давайте поговорим теперь про саму машиночку. Машинка, как вы, наверное, уже заметили, по дизайну полностью повторяет старый Genio, отличается только цветом, все остальное абсолютно без изменений. Это все тот же цилиндр, без всяких там эргономических выемок под пальцы, но, тем не менее, в руке лежит довольно удобно, никаких нареканий к дизайну, в общем-то, и нет. Здесь сделано ровно то, чего нам достаточно. Большая машинка Genio Plus, которая была такой же формы, была не очень удобна. А здесь за счет малого размера вполне хорошо лежит в руке. Замечаний нет. Отличие по дизайну от старой модели, повторимся, только в цвете. Дальше. Вес. Одна из самых приятных характеристик этой машинки – это вес. Всего 140 грамм. Столько весят, в общем-то, триммеры, а не машинки. И по размерам, по весу она очень напоминает те же самые Chrome Mini, там, не знаю, и какие-то там другие триммеры, Wolf, Beret, допустим. К минусам можно отнести не особо информативный индикатор заряда. При работе, давайте включим, он ничего не отображает. Не встретил я никаких сведений о том, чтобы он начинал мигать перед окончанием разряда, но, тем не менее,
Думаю, такая функция все-таки есть, поскольку она присутствует на всех последних машинках Мозы, что перед окончанием у нас индикатор начинает просто подмигивать. При зарядке этот индикатор постоянно мигает. Окончание зарядки сигнализируется изменившимся режимом мигания, то есть он начинает мигать чаще с периодическими остановками. Нож. Нож здесь используется без регулировки длины среза. Он быстросъемный, так же, как и на всех аккумуляторных машинках Moser. Нож серии Moser Magic Blade шириной 40 мм. Высота среза у самой машинки не обозначена. Тем не менее, если вы будете покупать такой нож отдельно, там будет написано длина среза 0,1 мм, что, конечно же, не соответствует действительности. Так, навскидку, у данного ножа где-то 0,7 мм остаточная длина среза. То есть здесь нет даже тех 0,4 мм, которые есть у триммеров Moser, что, в общем-то, и ожидаемо. Это все-таки не триммер, это машинка. И расстояние между зубцами здесь больше, чем у триммера Moser. Если взять тот же Moser Pro Mini, вы сами увидите разницу, да, насколько шире зубчики стоят у Genio, ну, практически в полтора раза. При этом у Pro Mini заявлена длина среза 0,4 мм. Ну, здесь ничего не заявлено, но если мы покупаем нож отдельно, то мы видим, что здесь у нас длина среза указана 0,1 мм. Ну, это, мягко говоря, оптимистично. Еще раз повторимся, здесь около 0,7 мм, на взгляд. Но к этой машинке можно отдельно докупить нож, хирургический нож, так называемый. Фактически это окантовочный нож с возможностью его стерилизации в автоклавах всевозможных. Да? Такие ножи называют на Западе хирургическими. Скрывать уж упаковку не будем, но поверьте на слово, он сюда прекрасно подходит. Нож здесь, как уже говорил, быстросъемный. Крепление не самое удачное. Здесь у нас нож своей пяткой вставляется в паз корпуса машинки. При этом вот эта вот часть, она достаточно тонкая. Со временем пластик рассыхается и нужно вставлять аккуратно, потому что бывали случаи, пускай и не часто, но тем не менее, что вот эта вот часть отламывается. Приходится корпус либо клеить, либо менять на новый, ну, что нежелательно. Поэтому будьте аккуратны. Итак, про самую главную часть ножа сказали. Самую главную часть машинки сказали, это нож. Вторая по важности часть – это мотор. Мотор здесь формально очень небольшой мощности – 1,3 Вт. Но не забывайте, что это роторный мотор. Соответственно, эти 1,3 Вт – это совсем не те 1,3 Вт, что были бы у вибрационной там, машинки какой-нибудь, которая бы нож, в принципе, бы не сдвинула даже с такой мощностью. Кроме того, поскольку это Moser, здесь используется плата с автоподстройкой мощности, как они называют, это регулировка шума ножа, но на самом-то деле это скорее регулировка мощности ножа. То есть вот эти вот 1,3 Вт, тем не менее, я никак не могу зажать пальцами, чтобы нож остановился. Не знаю, насколько это видно на видео, но нож ходит, не снижая оборотов, в отличие от тех же вибрационных машинок на 10 Вт там, от Wall, допустим, разрекламированных, которых чуть только прижмешь, они полностью нож останавливается. То есть мощность здесь, пускай цифра и не звучит, но фактическая мощность очень хорошая. То есть с волосами должно справляться нормально, нормальной густоты. Понятно, что если там какой-то очень густой волос, то будет немножко подбуксовывать, но это нормально. Плата здесь, кстати говоря, внутри стоит с маркировкой, практически неотличимой от маркировки платы Moser Pro Mini новой. То есть здесь особо не заморачивались, а взяли и вкорячили плату от Pro Mini, а плату родную от Genio, от старого, ее фактически похоронили. Почему и зачем? Главный минус старой машинки был, это очень длительное время заряда. Машинка работала 1 час, а заряжалась порядка 12-16 часов. Теперь эта машинка работает 100 минут и заряжается 120 минут, 2 часа. То есть характеристики все те же самые, что у Moser Pro Mini. Это уже очень хороший результат, с этим можно работать. То есть если раньше у нас клиент пошел,
то к середине дня вы оставались без машинки, приходилось втыкать в нее провод, и это было очень неудобно. Здесь клиент пошел, воткнули зарядку, подзарядили к следующему клиенту, у вас там машинка снова готова. То есть у нас здесь появилась быстрая зарядка, что крайне важно для профессионального инструмента. Если вдруг ваш аккумулятор, который здесь никель-металл-гидридный, через там 3-5 лет умер, и вам приходится его менять, ничего страшного, в общем-то, здесь не случится. Лучше, конечно же, покупать оригинальные аккумуляторы, с ними меньше колхоза, они лучше работают, но, в принципе, можно подобрать и совместимый, правда, работать он будет практически всегда хуже. Разборка здесь не очень удачно сделана, так же, как на всех, в общем-то, старых мозерах. Два винта на корпус и все. В остальном месте по корпусу у нас стоят защелки, что опять же не очень хорошо для старых машинок с рассохшимся пластиком. При разборке бывают эти защелки ломаются, довольно хрупкие становятся, поэтому опять же разбирать, если сами вздумаете, будьте очень аккуратны. Если сдаете в сервис, то при приемке работы контролируйте, чтобы у вас корпус не разваливался потом, что они аккуратно вскрывали и ничего не сломали. Итак, давайте обсудим, что же в этой машинке изменилось, насколько она хороша или плоха. Машинка эта не самая крутая, конечно же. У нее не самая высокая мощность, но тем не менее достаточная для работы с большинством типов волос. Здесь имеется быстросъемный нож, который легко чистить, смазывать и при необходимости менять на окантовочный нож. А здесь, по сравнению со старой версией, резко увеличилась скорость заряда. То есть, если раньше заряжали целую ночь, 12-16 часов, то здесь заряжается полностью всего лишь за 2 часа. Порекомендовать эту машинку в качестве основной я, пожалуй, не могу. Это скорее вспомогательный инструмент профессионала. Она будет очень хороша в работе с детьми, поскольку относительно тихий мотор и нож. Она будет отлично подходить для ухода домашнего за бородой, особенно если вы прикупите дополнительный нож. Да? Ну и она хороша в качестве вспомогательного инструмента для каких-то мелких работ, ну, допустим, опять же, с той же самой бородой у ваших клиентов. На этом, пожалуй, все. Будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях под этим видео, либо задавайте вопросы в нашей группе ВКонтакте, ну, либо где-нибудь в Инстаграме хотя бы. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.